Еще год назад урологическое отделение 7-й городской клинической больницы имело дурную славу ивановцев. Теперь обшарпанные стены сменились на современный интерьер. Старое оборудование заменено на новое. В отделении проведен капитальный ремонт. Теперь его не узнать. Созданы нормальные условия для пациентов, нормальные условия для врачей, отремонтированы операционные, отремонтированы процедурные кабинеты, все кабинеты для вспомогательных служб, УЗИ-кабинет. Уже делается ремонт под литотриптер, который будет поставлен в рамках вот этого бонуса по программе модернизации. И, конечно, тот ремонт, он позволил нам на качественно новом уровне оказывать медицинскую помощь урологического профиля жителям Иваново и близлежащего района. В четверг губернатор Ивановской области лично осмотрел отделение после ремонта. Работы обошлись региону почти в 11,5 миллионов рублей. В рамках программы модернизации здравоохранения для стационара поставлено современное оборудование. Теперь в отделении стало возможным проводить высокотехнологические операции, о которых раньше ивановские врачи не могли и мечтать. Вот то, что мне показали прямо снимок, то, что был удален с сохранением почки камень 6 сантиметров в диаметре. То есть это очень серьезнейшая операция. Раньше у нас таких не делали. И нужно рассказывать людям, то есть не за всеми операциями нужно ехать там, в Москву или куда-то, или идти даже в областную больницу. Но у нас здесь есть конкретное уже оборудование и, самое главное, специалисты вот для таких очень сложных операций. На этом преображение больницы не заканчивается. Сейчас ведется ремонт в отделении травматологии. Уже через 2 месяца обновленное отделение распахнет перед пациентами свои двери. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.